98. Wiederholungen und erklärungen. Повторение объяснения. Первое. Конъюнктив 1. Употребляется в косвенной речи. Прямая речь. Мой брат говорит, у меня больше нет денег. Косвенная речь. Мой брат говорит, что у меня больше нет денег. Мой брат говорит, что у него больше нет денег. Как и в русском языке, при переводе из прямой речи в косвенную первое лицо заменяется на третье. Но, в отличие от русского, в немецкое при этом изъявительное наклонение глагола меняется на конъюнктив 1. Третье лицо единственного числа v конъюнктив 1 образуется добавлением окончания и e. к основе инфинитива. Третье лицо множественного числа такое же, как и в изъявительном наклонении. Изъявительное наклонение. Третье лицо единственного числа. Er, braucht, er, hat, er gibt. Третье лицо множественного числа. Sie brauchen, Sie haben, Sie geben. Конъюнктив 1. Третье лицо единственного числа. Er, braucht, er, habe, er gebe третье лицо множественного числа. Sie brauchen, sie haben, sie geben. Когда формы конъюнктив 1 Эквивалентны формам изъявительного наклонения, мы используем вместо них формы конъюнктив 2. Таким образом, вы можете сказать sie sagen, dass sie kein Geld haben. или Manhattan. они говорят, что у них нет денег. Второе. Глаголы с сопутствующими предлогами. Denken Плюс. Аккузатив. Думать о чем-то, о ком-то. Я думаю только о каникулах, когда роль дополнения выполняет предаточное предложение. Вы должны использовать форму «да», «да» плюс «предлог». Ich denke nur noch daran, dass ich nächste Woche in Я думаю только о том, что на следующей неделе поеду на каникулы? Von Плюс датив зависеть от кого-то от чего-то. Это зависит от моих родителей. Es hängt davon ab, ob meine Eltern mich allein lassen. Это зависит от того, оставят ли мои родители меня одного. Sich an Плюс аккузатив. Привыкнуть к кому-то. Ich habe mich an die neue Wohnung gewöhnt. Neue er hat sich daran gewöhnt, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Bitten um. Akkusativ. Er bittet um ihre Hand. Fragen nach. Plus. Dativ. Spreit, was, О чем-то. Er Он спрашивает дорогу на вокзал. Плюс. An... Помните о ком-то, о чем-то, что-то. Вы помните о ваших каникулах в Германии? Или, вы помните ваши каникулы в Германии? Erinnern Sie sich noch daran? Вы еще помните о том, что вы начали учить немецкий только несколько месяцев назад? Третье. Разница между немецким имперфектом и перфектом не соответствует различию между русским несовершенным и совершенным видом в немецком языке. Имперфект. Используется в повествовании и в нормативной письменной речи. А. Перфект в беседе и в разговорной речи. Правда, для глаголов sein и haben равно как и для модальных глаголов müssen, sollen, können и тому подобных, мы предпочитаем imperfect. Но это не является строгим грамматическим правилом. Прочитайте следующий текст и обратите особое внимание на времена. Tut mir leid. Dass du so lange warten musstest. Aber ich habe eine tolle Geschichte gehört. Bei Karl wurde gestern Nacht eingebrochen. Zwei Männer stiegen durch das Küchenfenster ein und leerten dort erstmal in aller Ruhe den Kühlschrank. Und als sie dann wirklich ans Stehlen gehen wollten, kam Kai nach Hause. Minus nah, dann war es ja nicht so schlimm. Oder? Minus doch. Er hatte einen Bärenhunger. что ты так долго должен был ждать. Но я слышал потрясающую историю. Вчера ночью к Карлу вломились. Два человека пролезли через кухонное окно и сперва совершенно спокойно опустошили холодильник. И когда они хотели действительно приняться за кражу, пришел домой Карл. Ладно, могло быть и хуже, верно? Но он был голодный, как волк. Herzlichen Dank. viel glück